Тем временем жители Барселоны, Бильбао и Майорки продолжают проводить демонстрации, призывая власти остановить массовый туризм. На стенах зданий все чаще можно увидеть граффити, требующие, чтобы туристы возвращались к себе домой. «Мы хотим дома, а не отели» – с такими лозунгами выходят на улицы жители Венеции. По их словам, Венеция давно перестала быть городом для местных жителей, а превратилась в город для приезжих. А ларек с сувенирами найти здесь проще, чем продуктовый магазин. По данным статистики, в Венеции проживает 55 тысяч человек. При этом ежегодно город посещает 20 миллионов туристов. Газета «The Guardian» окрестила такие настроения в Европе туристофобией.